Международное движение WorldSkills International собрало десятки молодых специалистов на территории китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». 47 конкурсных компетенций, 350 участников со всей Беларуси и не только, мастер-классы и круглые столы. Все это четвертый республиканский конкурс WorldSkills Беларусь 2020. Первое, что мы демонстрируем, новый образ системы профессионального образования и насколько стали информационными профессии рабочие с применением программных продуктов. Появляется у рабочего интеллектуальная составляющая, проектная составляющая. Школьники, которые приезжают сегодня на площадки конкурсные, они видят, в чем состоит выполнение этих профессиональных задач, с какими оборудованием он пользуется. И тогда это способствует осознанному выбору профессии, когда стоит дилемма, куда же пойти учиться дальше, после 9, после 11 классов. Наша компетенция называется «Системное администрирование инклюзив». И мы на эту площадку привели 4 участников, которые отличаются тем, что они не видят совершенно. И, казалось бы, компьютерные технологии – это то, что связано со зрением очень сильно. Мы как бы такой стереотип немножко разрушаем, что компьютеры для незрячих недоступны. Да? То есть мы показываем, что мы не просто можем работать с компьютером, мы можем работать профессионально. Во-первых, у меня есть шанс показать, что незрячие люди могут работать с компьютером, и это не недоступно. А во-вторых, это получение опыта и расширение знаний о компьютерных технологиях. Это какая-то такая гордость, что я стою наряду вот с такой молодежью, которая стремится чего-то достичь и достигает. Очень-очень большая конкуренция, очень сложно выступать. Но, тем не менее, боремся, идем до конца. Учитывая, что сам проект «Великий камень» ориентирован на инновационное развитие, на промышленное инновационное развитие, то почти все области, которые здесь участвуют в конкурсе, они в том числе подходят и под наши приоритеты. И, безусловно, победителей и не только участников этого конкурса. Я надеюсь, что наши резиденты, наши инвесторы и сейчас, и в будущем будут привлекать для реализации своих проектов. Можно найти специалиста по любому направлению. То есть вот он, если он прошел это, то считайте, что это уже лучшего вы не найдете. Это настолько получается подготовленный специалист, что с ним можно разговаривать по всем вопросам. Это делается именно для нашего будущего поколения, именно для них, для их старта в эту жизнь, потому что быть в своей профессии лучшими, мне кажется, это дорогого стоит в этой жизни.